Химкинской городской прокуратуры проверили долину реки Грачевка в связи с появившейся в социальных сетях информацией о вырубке зеленых насаждений. Городской прокуратурой по многочисленным обращениям граждан, а также по размещенной в сети интернет информации о рубке в водоохранной зоне реки Грачевка проведена проверка. По данному факту в городскую прокуратуру поступила масса обращений, содержащих в себе более сотни подписей местных жителей. Прокуратура опротестовала порубочные билеты. Ведомство продолжает держать вопрос на контроле.